Купил в Китае камеру. Хочу поделиться впечатлениями. Сразу скажу, вещь годная. Почему именно ее? 24 мегапикселя, 60 FPS. Для меня 60 FPS было очень важно. Ни одна бюджетная камера 60 FPS не снимает. Угол обзора 170 градусов. Цена новогодней распродажи была чуть больше 2000. Но и без акции дешевле найти тяжело. Комплектация самая бедная, включает в себя аквабокс и кучу зажимов, приблуд и переходников. На все случаи жизни. Буду использовать ее вместе со стабилизатором через переходник. Переходник пришлось немного доколхозить. Просверлил отверстие и вставил винт с гайками для баланса. Перед включением стабилизатора надо добиться, чтобы и вертикально, и по горизонту был баланс веса. То есть, чтобы она не перевешивала ни туда, ни сюда. А вот примерно так ровненько сама стояла. Только после этого можно включать стабилизатор. Я уже в предыдущем видео это рассказывал, но на всякий случай. Так вот, этот переходник с камерой, как-то не хотел балансироваться. И мне пришлось вот такую штучку доработать. Грузик повесить в виде винтика, гаечки, шайбочки и так далее. Включаем. Вот стоит ровненько. Выключаем. Вот он у нас. Вот так вот. Управление 4 кнопки. Спереди включение. Сверху стоп-старт. И сбоку 2 кнопки управления. Кнопку сверху имеет вторую функцию. При длительном удержании включает меню. Меню минималистичное. Человечески интуитивно понятное. У вас с ним проблем не возникнет. И еще важная фишка. В камере есть Wi-Fi. Подключаемся с помощью программы XDV Pro. Есть на Play Market. Также можно на коробке по QR-коду программу скачать. Через меню программы открываются дополнительные функции настройки камеры. Через мобильный телефон можно дистанционно включать камеру. И можно использовать как видеоняню. При этом ни роутер, ни интернет не нужен. Можно собрать в клетку с разным навесным оборудованием. Камера маленькая. Ее можно поставить на коптер, радиоуправляемую модель, приколхозить на какое-нибудь животное. Можно использовать как видеорегистратор. Функция у нее есть перезаписи. Как камеру заднего вида использовать. Подледная рыбалка. Ну, на все, что хватит, ваша фантазия. Ну и посмотрим, как камера снимает в деле.
Ну и можем сравнить с камерой мобильного телефона. Ну, еще немножко видео в конце.